В этом году на ремонт дорог на территории Перми выделят рекордную за несколько последних лет сумму 1 миллиард 750 миллионов рублей. Из них полмиллиарда город получит из федеральной казны для реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2014 году на финансирование дорожной отрасли Краевого центра было потрачено 947 миллионов рублей. В 2015 – 1 миллиард 14 миллионов, в 2016 – еще на полмиллиарда больше. За три года финансирование сегмента увеличилось почти в два раза. В списке планируемых работ на этот год 18 12 дорожных объектов. Наиболее крупные это участки шоссе дорога пермь и строительство новой транспортной развязки Трансип Героев Хасана. Там совместно, там потому что совместно финансирование. Если федералы нам дают 500 миллионов, мы должны тоже привлечь 500 миллионов. И поэтому это совместные деньги, они будут потрачены вот на эти первоочередные объекты. Ранее РБК уже сообщал, что в целях ускорения размещения муниципального заказа на ремонт дорог в Перми на внеочередной пленарке депутаты Пермской городской думы решили дополнительно выделить полмиллиарда рублей из условно утвержденных расходов бюджета Перми 2018 года. Эти средства как раз и возместят за счет федерального бюджета.